Привет! Что вы там, смотрели вальную трансляцию Google I.O.? Я вот поглядела, и самое главное, это, конечно, не новый Android, а развитие Google Assistant. Этот товарищ научился звонить за вас в кафе, в парикмахерские. В следующей версии он сможет звонить маме раз в неделю, спрашивать, как дела. Потом по вечерам начнет звонить бывшим. Стрёмно. Или видели робота из Boston Dynamics на утренней пробежке? И также назад. Лень бегать! Так он за тебя побежит, чтобы друзья потом трек в Страву посмотрели. Или как? Не, ребятки, все-таки кое-что лучше оставлять нам, людям. Например, очевидно, что ученые рано или поздно создадут боевых роботов. И уж лучше держать их под контролем, а не доверять искусственному интеллекту. Тем более, что благодаря мобильной игре War Robots вместе с 80 миллионами человек по всему миру уже сейчас можно потренироваться управлять боевым роботом, да и просто весело провести время. Выбирай одного из 30 роботов и отправляйся на арены крушить врагов в онлайн-битвах 6 на 6, и все это с крутым 3D-графоном. Получай, чертова жестянка, будешь знать, как ходить по газонам! Что круто, роботы отличаются не только внешним видом, но в зависимости от выбора меняется и стиль игры. Мой любимчик — Фьюри. Огромный, неповоротливый, но зато уже если валит из трех пушек, мало не покажется. Ну да, мне сложновато быстро бегать и одновременно целиться, скилла не хватает. Я в War Robots не очень долго играла, но знающие люди говорят, что разработчики не сидят на месте и постоянно добавляют новые карты и типы роботов. Скачав War Robots по моей ссылке, вы получите эксклюзивный стартовый набор. Робота Лео, тяжелую пушку и 3 пулемета, 100 золота и 400 тысяч серебра. Огонь! Пару выпусков назад я рассказывала о санкциях, введенных США против ZTE. Китайцы попались на продаже телекоммуникационного оборудования, созданного с применением интеллектуальной собственности американских компаний в Иран и Северную Корею. Так вот, тогда я высказала мнение, что последствия санкций будут существенными, но не критичными. И ошиблась. Для начала ZTE-шники закрыли свой онлайн-магазин, заблокировали страницы на площадке Taobao, а чуть позже выступили с заявлением о прекращении операционной деятельности, якобы временно, но это не точно. Ведутся переговоры с американским правительством на послабление санкций, но вероятность того, что они увенчаются успехом, практически нулевая, как и шансы на выживание компании в целом. Вчера твоя годовая выручка составляла 17 миллиардов, ты занимал 4-е место по продажам в США, а сегодня прекращаешь не только производство смартфонов, но и скорее телекоммуникационного оборудования, ибо что первое, что второе невозможно создавать без американских компонентов и патентов. Впрочем, есть еще лазеечка, саб-бренд Nubia. Юридически ZTE и Nubia — это разные компании, и последняя под санкции пока не попала. Смотришь на это все и становится как-то не по себе. Получается, что в современном глобализированном мире правительство США росчерком пера может закрыть почти любую высокотехнологичную контору. Сегодня мне понравился ZTE, завтра Huawei. Он, кстати, тоже скоро отгребет, их подозревают в сливе личной информации пользователей китайскому правительству. А послезавтра Samsung или, не дай боже, Xiaomi? Вы лично готовы жить в мире без Xiaomi? Я, честно сказать, нет. Но если серьезно, надеюсь, остальные учтут печальный опыт, и в случае, даже если их славят на чем-то эдаком, то накажут они, премируют виновных. Бывают такие смартфоны, которые еще не вышли, а уже достали, и во слухах о них каждую неделю целый вагон, и каждый раз новые и противоречащие предыдущим. Сидишь и мечтаешь, поскорее бы они вышли, и горшочек перестал варить. В этом году таких аппаратов 2 штуки. iPhone SE 2 и Xiaomi Mi 7. И что вы думали? Да, по каждому из них на этой неделе вышла куча слухов-сливов. Начну с самого доставучего, с SE 2. Этот мелкий поц еще не вышел, и вообще не факт, что выйдет. Вон Мин Чи Ко говорил, что не будет. И уже раза 4 поменял свое обличие. Сначала слухи обещали просто обновленное железо, потом пошли многочисленные безрамочные концепты. Но вдруг все снова откатилось на банальное обновление обычного SE, но со стеклянной спиной и мощным железом. Казалось бы, окей, все согласны, пусть будет. Но один производитель чехлов и защитных стекол выкидывает в интернет вот такие рендеры. Снова безрамочный дизайн, челка Face ID и без 3,5-мм разъема. Габариты даже меньше оригинального SE, но за счет тонких рамок и отсутствия кнопки Home, экран
экран должен быть около 5 дюймов. Железо вроде как точно позапрошлогодний А10. Хочется в очередной раз усомниться в возможности появления безрамочного SE2 и нужности данного аппарата для компании, но я уже столько раз это повторяла и по инерции повторила еще раз. Поскорее бы WWDC, после которого все станет ясно. Еще одна сверхожидаемая дата — 23 мая, ибо в этот день Xiaomi покажут свой многострадальный Mi 7. У семерки было немало предполагаемых вариантов исполнения, но все сошлись на том, что нас ждет безрамочный аппарат со встроенным в экран сканером отпечатка. Иначе непонятно, почему его так долго не выпускали. И таки непонятно, ибо, судя по утекшим фоткам, ничего экстраординарного от Mi 7 ждать не стоит. Массивная монобровь, столь же массивный подбородок, двойная камера и самый обычный сканер на спине. Прикрой логотип горсткой риса и фиг отличишь от других. Недельку назад бродил и другой концепт. Но по личному опыту могу сказать, всегда нужно склоняться к более реалистичному, приземленному варианту. Тем более, что и цену обещают от $440. Какой уж тут сканер в экране? Разве что в некой специальной версии. На наличие двух версий, попроще и побогаче, намекают и результаты Geekbench, якобы полученные с семерки. 6334 балла явно маловато для 845-го дракона. Короче, вот-вот узнаем. Но что могу сказать уже сейчас? Однотипные смартфоны с челочкой достали. Ну реально, все на одно лицо. Теперь вся надежда на Lenovo. Ребята недавно опубликовали тизер и эскиз полностью безрамочного смартфона. Характеристик нет, кроме одной. Экран будет занимать 95% передней панели. Ну шо ж, неплохо. Осталось понять, как китайцы решили вопрос с динамиком и фронталкой. Узнаем на презентации 14 июня, ну или чутко раньше. Да, точно раньше, потому что в современном мире все разучились хранить секреты. Почему никому не скажут? На Google I.O. мы узнали много интересного. И без того хороший Android 8 стал еще лучше, умнее, энергоэффективнее и удобнее. И без того умный Google Assistant стал еще умнее. А вот о чем мы на Google I.O. не узнали, практически ничего нового, это об Android Wear. Точнее, о Wear OS, так ее теперь называют. Новые шрифты, слегка измененное оформление, улучшенная автономность, ассистент плотно интегрированный в часы и все. Явно не те улучшения, которые помогут догнать Apple Watch или добавить новые функциональности часам. Одним из основных ограничителей для развития Wear OS стала устаревшая аппаратная платформа Snapdragon 2100, на которой работают 99% умных часов. И, судя по всему, ситуация вскоре изменится, ибо Qualcomm активно разрабатывает абсолютно новый процессор для носимой электроники. И вот как только они закончат, Google выпустит Pixel Watch с новыми фишками и на новой версии Wear OS. Анонс часов состоится осенью, одновременно с третьим пикселем и вторыми Pixel Buds. Давай, Google, может хоть ты объяснишь, зачем вообще людям смарт-часы, и взорвешь это затхлое болото? Впрочем, слегка ковырять это самое болото пытается и LG. Вот-вот должны выйти Watch Time Peace. Гибрид обычных кварцевых часов с умными на базе Wear OS. Ориентир явно на лакшери, а не на спорт. Так как GPS не будет, зато обещают стальной корпус, премиальный дизайн. Железо, правда, пресловутое Snapdragon 2100. Часы уже проходят сертификацию. Даже если таймпис будет такое, о них стоило упомянуть на фоне полного отсутствия новых моделей. Хотя вон Xiaomi тоже представили часы. Кварцевые часы. Тупо круглые кварцевые часы без смарт-функции в двух размерах. 36 и 41 мм по цене около $60. Выглядят как какие-нибудь Q&Q из моего детства. Зачем китайцам такой продукт, не понимаю. Разве что сотрудникам на подарки. Иногда создается ощущение, что у них в офисе сидит обезьянка, вокруг которой разложена куча товаров. Вот животное крутит стрелочку, и куда оно укажет, то и выпускают. О, чуть не забыла. Apple запатентовала круглый дисплей. Неужели выпустят Watch в новом форм-факторе? Как вам такой вариант? Хотели бы кругленькие или уже привыкли к квадратным? Пишите в комментариях. В кино на этой неделе... Ой, ну как будто были другие варианты. Конечно же, Дэдпул 2. Начну с главного. Все хорошее и забавное, что было в первой части, авторы взяли и умножили на 2. А все плохое, как-то затянутое и экстра тупые моменты уменьшили наполовину. Идеальная формула сиквела с практически идеальным результатом. Если первая часть мне почти не зашла, да-да, фанаты, простите, то вторая меня все-таки сломала. Вот теперь согласна, драйвово смешно, а Дэдпул очень крут. Создается ощущение, что Райан Рейнольдс всю жизнь
жизнь шел к этой роли. И вот наконец-то пришел. Рада за него и за нас, зрителей. А вот фанатам комиксов будет нелегко. Думаю, в спорах, что лучше, «Война бесконечности» или «Дэдпул 2», будет сломано немало копий. А да, послушайте, послушайте сюда. Ни в коем случае не выходите из зала, не посмотрев сцены после титров. Они шедевральны и добавляют к и без того приятному послевкусию еще парочку ярких штрихов. Музыкальная рекомендация недели – Arctic Monkeys с альбомом Tranquility Base Hotel and Casino. Если вы преданный поклонник группы и тащились от предыдущих работ, то у меня для вас плохие новости. Ребята в новом лонгплее замедлились, подрастеряли ударную энергию, ударились в эксперименты и усложнили звук. Получилось ли у них? Все зависит от ваших музыкальных предпочтений и широты взгляда. Новый альбом можно слушать не раз, с чувством, толком, расстановкой, и он прям очень заходит. Питаю, знаете ли, слабость к ретро-саунду. В общем, если вы открыты к новому и не ждете от музыкантов постоянного повторения, послушайте. Это хорошо. Также подписывайтесь на мой музыкальный телеграм-канал «Мускультура». Это тоже хорошо. А еще не забывайте подписываться на мой инстаграм и ютуб-канал. Ссылки в описании. Это прям очень хорошо будет. Маевку отработали, шашли, наелись, а дальше работа, работа и год. Год нашим выпускам новостей. Такие маленькие, а уже обленились. Надеюсь,